Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы продолжаем приключения Кратоса, ребята, идем. Идем бороздить. Опачки, как так? Только начали, уже смотри, что получилось. Так, Атрей, ты где? Стреляй. Давай попадай по ней. Сейчас, все получится. Ну-ка, на. Где топор? Быстрее, сюда. Да чё я не попадаю? Куда она исчезает? Я уже вроде швырнул нормально. Ну-ка. Атрей, давай ты постреляй маленько. Все четко видел? Все получилось. Еще одна. Ну-ка, стреляй. Все получится, все будет круто. И мы играем в Uncharted, хотел сказать, но это не Uncharted, ребята. Это бог войны. Может, поднимешь его повыше, чтобы я видел, куда стреляю? Стреляй на слух, учись. Учусь. Так, мы умеем здесь... А, подожди, мы же здесь были, по-моему. Только вот стрельнуть не с чего было. Так, давай осмотримся, мы... Ну, давай туда, ладно, пошли. Есть, получается, в ту сторону ход, и сюда пойдем сходим. Мне кажется, здесь будет тупиковая какая-то штука. Кто? Ах, ты здесь тусуешь, да? На, получи. Так, давай сосуды все выбиваем. Серебро. А можно подлечиться, в принципе. Ага, так, здесь что интересного? Погоди, опять какая-то загадка. Не вращается. Я думал, вращается. Давай-ка еще раз швырнем. Может быть, какой-то загадкой это. Ну, если бы вращалось. Может, какого-то механизма... А, подожди, надо здесь... Сюда камень этот притащить надо. Где взять? Пошли искать. Так, ладно, запомнили. Иди сюда. Опять. О, попал в разочек. Попал. Атрей, стреляй. У тебя хорошо получается еще ледяными этими стрелами. Все. Мы можем еще вот сюда пойти. А где сам камень-то найти? Я так и не понял. Подожди, или я забыл уже. Вот сюда можно спуститься, но тут тоже нужен этот камень, его можно вставить. Найдем кристалл. А, мы еще не нашли его. Давай искать. Сундук. А как открыть сундук? Надо куда-то швырнуть, чтобы оковы эти снять. А где он заперт? С какой стороны? Ну-ка, пройдем вот так. А, вот, внизу, смотри. Она не одна, значит. Значит, она не одна. А где еще? Не убирает. Погоди, я тогда не пойму, как надо сделать. Где-то еще с какой-то стороны есть, под каким-то углом надо так швырнуть, чтобы две или три сбить. Не пойму. Пока не пойму. Ну давай пробежимся, я думаю, можно догадаться. Может, с какой-то другой стороны. Я могу вниз как-то пройти? Ладно. Пока оставим этот сундук, не будем заморачиваться. Пошли сюда. Кристалл. Вот он, кристалл, как раз нам нужен. Так, стой, топор, быстрее. Тихо, защита. Атрей, стреляй. Стреляй, пожалуйста, помогай. Есть, еще по нему, по второму, по третьему. Готов, да? Всех убили. Кристалл наш. Давай по клеткам пройдем.
Надо сразу смотреть наверх, потому что иногда здесь бывает наверху что-то интересное. Так, дальше. Серебро. Нет, не серебро, эльфийские артефакты, боевые трофеи. Мы нашли 2 из 6. Бей. Ну все, больше здесь делать нечего, в принципе. Берем кристалл. Ты будешь таскать с собой этот кристалл? Если придется. Конечно, буду. Он нам сколько дверей открывает. Но этот сундук я хочу как-то забрать все-таки, а? Как сделать? Мы можем спуститься вниз. Но я хочу сходить вот в ту сторону, потому что где-то еще был... Подожди. Где еще можно было его вставить? Я что-то уже забыл. Ну-ка. А, вот здесь. Идем. Сейчас мы сюда вставим, какая-то будет загадка. Давай активируем. И, похоже, можно вот по этим теперь стрелять. Нет? Да как так-то? А что сделать-то? Ну-ка, может, Атрей может стрельнуть? Я понимаю, что давно стоим, все закрыто. А, подожди, туплю. По камню стрельни, быстро. Вот. Дальше думаем. Дальше думаем, где подсказка. Ага, вот они. Значит, по идее, F должно быть здесь. Левый нижний. Давай вращай. Как так не попал? Вроде в ту же точку кидал. Я что-то все попытки использовал. Стоп, что-то не так. Что-то не так. Ну-ка, надо все эти... А, надо все символы найти. Здесь вот этот N нам не нужен. Такого тоже нету. А попытки заканчиваются, прикинь. Вот F. F мы нашли. Если, в принципе, я понял, кидать не с правой стороны, а с левой, то F. F мы нашли. Там один раз, по-моему, кинуть надо. Все, понял тут на время. Получается... Да забери, зачем не забирай. То есть оставь наоборот. Так. Пацан стрельнет пусть. Вот смотри, F. F я научился. Да как так-то, а? Попади. Нет, как нет-то? Должен был F быть. Вот, F. Давай следующий. Нету такого знака. Вот, есть. Следующий. Надо просто быстрее все делать. Быстрее, время заканчивается. Такой есть. Следующий. Еще один. Не успел. Итак, внимание. Давай начнем, допустим, вот с этого. Еще раз запомнить просто надо. F, почти что F, волна и B. Ну-ка, вот здесь какой будет? Такой не надо. Такой тоже не надо, быстрее бей. Б, Б, есть. Здесь F, по-моему. Блин, ну надо быстро все делать. Все, сейчас опять закончится. F. И все, и не успел, называется. Эх. Так, ладно. Надо определенную последовательность выработать. Итак, ну давай с правой стороны начнем. Ну-ка, если сюда, раз... Нет. Надо просто проверить. Если я, допустим, один раз... Вот.
А сюда, получается, один раз влево. Здесь. Стрелочка не нужна. Сейчас закончится все. Это один раз влево. Один раз влево. Здесь давай в правую сторону бить. Вправо. Такой нету, еще раз. Пойдет волна, значит два раза надо ударить. Здесь два раза в эту сторону. А, F. И третий, ну давай бей, попадай. Ну что ты не попал-то? Да попади, тут осталось-то. Открыл, прикинь, открыл. Получилось наконец-то, топор верни. Ну вот, а я думал не успею. Ладно, успел. Чешуйчатые рунные бармы. Обычный предмет, нагрудная броня. Прочная наступательная броня повышает силу рун. Ну, давай посмотрим. Вот, ну, в принципе, хорошо. 16 руна и защита плюс 3. Ну, правда, мы теряем силу очень сильно. Очень сильно теряем силу. Стоит ли ее брать? Ну, так-то и выглядит красиво. Кратос. Ага, не знаю, не знаю на самом деле. Я думаю, нужно оставить силу. Пускай так пойдем, ничего страшного тут. Сундук открыл. Все это было сделано ради сундука одного. Давай забираем камень, идем дальше. Осталось туда вниз спуститься, я так понимаю. И где-то еще, по-моему, да? Так, вниз. И если прямо идти, по-моему, еще можно вставить. Или мы там его наоборот забрали. Ладно, пошли вниз. Я думаю, мы в правильном пути двигаемся. В правильном направлении. Стреляй, мальчик. Я знаю, что делать. Да, ты знаешь, тогда стрельни. Вон. Вон куда надо, пошли. Ну все, камень мы, можно сказать, потеряли. Больше, наверное, сюда не надо, возвращаться будет. Наконец-то. Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. А, слушай, мы же здесь были. Стоп, 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 верни обратно. Где она была? Где-то руна. Руна где-то мне показалась. Руна. Руна появилась, я видел внизу руну. Вон, стоп. Как в нее попасть? Есть. Мне надо еще одну, вон, буква С, как будто бы такая. Но куда? Куда и где ее искать? Да отпусти пока. И вот этот сундук как бы открыть. Как туда попасть? Вот загадка-то, а. Ну давай пробежим, может быть мы отсюда... Опа, очки, что там? А, нет, это камень, я думал руна горит. Получается, мы этот мост нашли. Ну мы здесь были, я же точно помню, что мы тут были, потому что мы одну руну обезвредили. Активировали, точнее. Мне интересно, как туда попасть. Вот сюда. Здесь стоит сундук. Откуда я должен зайти-то? Надо осмотреться. Может, правда, эта руна где-то торчит? Странно, странно, странно. Ладно. Я думаю, что надо еще вперед сбегать, вот сюда. Может быть, здесь мы еще... Ну, хотя нет, бились и здесь тоже. Бились и здесь. Давай, можно подзалечиться. Тут крутилка не работала. Так, ну мы здесь были. А, вот, вот что-то надо нажать.
Где Атрейта? Ах ты, ничего себе! Ты откуда взялся? Пошел нафиг! Атрей, стреляй! А где Атрей? Капец, нету, сын где? Куда сын пропал? Да иди нафиг, а! Ты че такой крепкий? Свартальфур какой-то. Это босс, похоже, сейчас много... А, вон там наверху что-то есть, я заметил. Ладно, это потом. Потом с ним надо разобраться сначала. О, Атрей бьет. Супер. Только еще бы попадать, да? Я зря аптечку, кстати, взял. Вон там еще одна лежит. Топор верни. На, получи. Блин, мимо. Да стреляй, стреляй, стреляй по нему. Да куда ты, блин? Нацелься нормально. Во, вот так попади. Да куда забрал топор рано? А че он его не пробивает? Не пробивает? Бей. Как его прибить-то? Атрей только может его стрелять и бить нормально. Ну, а как мне защищаться? Я пошел за аптечкой быстрее. Ладно, я тут ее оставил. Пошел нафиг. Где ты? Иди сюда. Я не могу попасть по нему просто, тупо. В общем, это только Атрей по нему попадает хорошо. И еще... А, может быть, ярость? Ну-ка. Да. Все хорошо пошло. Иди сюда. Да быстрее, пока ярость не закончилась. Куда ты? На. Добивай. Тут осталось-то все. Атрей, стреляй в него. Все, мы его уничтожили. А, нет. Защищайся. Ну, что там осталось-то ему чуть-чуть? Есть, Атрей его добил. Не надо было на нас прыгать, понял? Цвинтусяра. Не понимаю я тебя. Ну, он попрощался, говорит, все нормально, ребят. Что он сказал? Извинился. Сделали роковую ошибку. Гнев волка, рунный призыв. Вызов призрачного волка, который трижды бросается на врагов. А, это может Атрей теперь использовать. Давай, как поставить? Гнев волка. Выбрано, можно даже улучшить. Так, ну что там, насколько требует? Улучшение что-то много требует, по-моему. 3200. Урон, оглушение. Так, ладно, пускай он использует. Потом, может быть, улучшим. Давай еще бери. Мы помогли не тем? Я. Свартальфур. Вот такое его название было. Мы только что убили короля темных эльфов, который все это время нас преследовал. Я понимаю, что должен радоваться победе, но перед смертью он сказал, что светлые эльфы плохие. А вдруг это правда? Вдруг мы все это время дрались с хорошими? Светлые эльфы не выглядят злыми, но если они первыми начали войну, может быть, темные эльфы просто защищались? Как все запутано. Теперь я понимаю, почему папа не хотел вмешиваться, но ему об этом не скажу. Папа уже все прочитал. Ты с умным видом скажешь, что не надо было влезать? Довольно. Пойдем уже. Ну давай, нажимай. Мы вот сюда хотели подойти, и он нам помешал. Ты помнишь ответ? Да. Помнишь, делай тогда давай. А сундук мы так все-таки и не взяли тот. Че да-да, надо же сделать. А что нажать надо? Погоди, он ничего не делает. Вот, давай, пацан, быстрей. Куда поехали-то?
Слушай, мы сундук так тот и не взяли. Сын, что написано. Ты говоришь со мной только если тебе что-то нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама? Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Атрей. Забудь. Ладно. Вернитесь в храм Тора. Ну подожди, а ну мы так сундук там и не взяли. Это как так-то, а? Я хочу обратно сундук взять. Нечестно. Мы так жизни не увеличим. Это плохо очень. Там оставалось всего одну руну найти. Ладно, ребята, напишите в комментариях, кто знает, где эта руна была. Потому что мы, ну, мы ее, короче, пытались найти, не нашли. Чтобы открыть сундук, мы две нашли, третью не нашли. Давай, поплыли. Че по кругу, почему? Проплыли, нам не туда, нам, мне кажется, вон туда надо. Вот сюда надо. Ну? Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый оплакивает ее по-своему. Вот прости так. Прости меня. Я не хотел. Да. Ты не хотел. Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю, тебе тяжело. Свете, мне показалось, что прошло совсем немного времени, если тебя это утешит. Я рад слышать, правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард, к Черному Дыханию? Или тут еще дела остались? Так, очередная какая-то загадка. Что ты хотел рассказать про войну? Более опытный воин может выиграть бой. Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы. Там были опять колокольчики, по ним надо будет топором кидать. Мне кажется, мы сейчас выплывем, потом где-то выйдем на сушу, и там уже будет загадка. Так, а где, куда выход? Мы правильно двигаемся. Это вы? У вас были дела? Ты наблюдателен. Я всегда очень внимателен. Ага, а вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь. Брок, переместитесь обратно в Мидгард. Так, что да... приглянулось? Я что я тебе принес? Ничего пока не принес. Давай сравним. А как продать? Или продать нельзя? Броня для рук. Не, ну все такое, знаешь, получается, вроде чуть-чуть добавляет, уменьшает, восстанавливает. Так, вот эту можно. Браслет из волчьей шкуры. Восстановление, в принципе. Ну, блин, я не знаю, восстановление надо, нет. Зато очки здоровья, руна и защита. Ладно, это он предлагает создать. Но мы потратим серебро. Броня для бедер. Это он научился этим, что ли? Созданию этому. Вот, вот что-то. Легкая защитная рукоятка. Ну-ка. Вот это уже интересно. Растущий барьер. Легкая боевая рукоятка. Это уже для топора. Ну, я не знаю, какую-нибудь из этих можно взять.
сила 2. Вот это самая крутая, наверное. Удачу повышает. Еще и уровень вот 3. Третий уровень. Живучесть. Вот, может быть, надо живучесть взять. Хотя у нас удачи совсем нету. Ну и живучести тоже мало. Ладно, давай такую возьмем. Новую рукоять. Легкая защитная рукоятка. Выбрать. Топорик маленько изменился хоть у нас. Так, талисман. Для него нет у нас пыли миров. Что-то еще? Ну и все, пока хватит. Пошли. Я знаю местечко, где может быть спрятано сокровище. Ну, мы пойдем сейчас искать это местечко. Но это будет, ребята, уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. Всем удачи, всем пока.